Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. Триумфальное возвращение. Губернатор встретился с лауреатами «Золотой маски». Готовы наполовину. В Самаре строят первую пятизвездочную гостиницу. Промышленный альпинист едва не стал жертвой недовольных жителей. Полиция ищет того, кто перерезал веревку. Обманули вкладчиков на 600 миллионов рублей. В Самаре состоялись предварительные слушания по делу финансовой пирамиды «Инвест-Ойл». Такого не было почти 30 лет. 1 мая в Самаре ожидается массовая демонстрация. Культура – наше все. И победа самарских театров на Всероссийском театральном фестивале тому подтверждение. Сразу две золотые маски привезли наши артисты и работники театра в Самарскую область. 19 апреля в Москве прошла церемония награждения, и в понедельник лауреатов самой престижной театральной премии поздравил губернатор. О достижениях настоящих и планах на будущее в культурной жизни города расскажет Олеся Корецкая. «Маска, я вас знаю. И теперь их знает вся страна. Золотые маски – самые престижные театральные премии в коллекции наград Самарского региона. Они не первые, но чтобы сразу две – такое впервые. Актер Самарского театра драмы Владимир Гальченко оказался лучшим в номинации «Роль второго плана» в спектакле «История лошади». Художник по костюмам театра «Грань» из Новокуйбышевска Елена Соловьева получила золотую маску за работу над спектаклем «Корабль дураков». Лауреаты делятся впечатлениями о церемонии награждения, признаются, испытали шок. А нормальный и талантливый человек, относящийся к себе реально, всегда найдет в себе то, чего он недостоин никогда, в жизни никогда. И тем более приятно, когда твои коллеги, а здесь судьи были коллеги, так высоко оценивают твой труд, конечно, это и шок, и радость. Там были люди, которые посвятили этому всю жизнь. И вот немножко внутри испытываешь такое чувство, как бы вот... Ну, вроде как, рано мне еще дали. Конкуренция была сильной. За маски боролись больше 200 номинантов из 25 городов России. Никаких поблажек провинциальным театрам не делали. Награды такого уровня значительно повышают статус Самары как культурного центра. Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, своим трудом актеры пробуждают в людях лучшие чувства, привлекают внимание молодежи к литературе, истории, формируют нравственные ценности общества. На самом деле очень важно, что культура – это все-таки, что бы мы ни говорили, это... Основа основ нашей жизни. Это есть, значит, будет будущее. Этого немножечко, если не достает, уже появляются определенные проблемы. В год культурного прорыва ожидается много событий. В сентябре сдача в эксплуатацию нового здания театра «Самарт», реконструкция Струковского парка как самого близкого к театру драмы, а также расширение и современное оснащение театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Далекий берег все ближе. В четверг началось движение первого пролета Фрунзенского моста через реку Самара. Так называемый метод надвижки – самый удобный способ возведения тяжелой и массивной конструкции. Наш корреспондент стал свидетелем первых шагов моста к другому берегу. Четыре гидравлических домкрата усилиями по 430 тонн каждый и высокопрочные канаты из арматуры с разрывным усилием 27 тонн. Такая мощная техника помогает первому пролету Фрунзенского моста начать движение в сторону правого берега реки Самара. Со стороны движение пролета почти незаметно, он двигается со скоростью 1 метр в час. А помогают ему вот такие карточки скольжения. Их подкладывают под опоры, и они двигают 1100-тонную конструкцию. У накаточных опор дежурят бригады, которые подкладывают карточки скольжения. Перед каждым ходом домкрата начальник участка проверяет готовность бригад и только потом дает команду к движению. Когда первый пролет продвинется на 42 метра, начнется сборка следующих секций моста, которые по мере готовности будут соединяться друг с другом, утяжеляя конструкцию, и также надвигаться в сторону правого берега. Всего таких надвижек будет 11. Вот это пошла первая надвижка. Продвинемся мы на длину 42 метра. В этот раз. В следующий раз опять собираем следующую секцию, соответственно, опять двигаем в пролет. И вот так 11 раз. Сейчас у нас мы надвигаем плеть порядка там 1100 тонн, а к концу строительства моста, к последним надвижкам, это будет порядка 9000 тонн. То есть это огромные усилия, поэтому здесь очень точные расчеты должны быть. В процессе участвуют около 60 сотрудников. Не прекращаются работы по сооружению третьей и шестой опоры моста. Готовый Фрунзенский мост обещают сдать до конца 2018 года. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.
Первая в Самаре пятизвездочная гостиница готова наполовину. Отель под южнокорейским брендом Lotte с номерами разных классификаций и двухуровневым подземным паркингом будет принимать гостей чемпионата мира по футболу. В будущих комфортабельных номерах побывал наш корреспондент. Первые номера пятизвездочной гостиницы «Лотте» будут готовы уже в июне. Две комнаты с полной внутренней отделкой покажут в качестве примера. Подрядчики говорят, комфортному отдыху постояльцев ничто не помешает. Особенность этих номеров состоит в том, что здесь по звукоизоляции достигается до 62 дБ. То есть практически в соседнем номере ничего слышно не будет, что происходит здесь. Гостиничные номера будут занимать 10 этажей, а на первых четырех этажах расположатся рестораны, конференц-залы, банки и торговые помещения. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. Главная сложность возникает из-за близкого расположения стройки к другим домам и улицам. Интересно, самая большая сложность – стесненность территории. Вот. В связи с этим, как говорится, много людей не развернутся на пятачке. И организация работ это, ставится на первое место. Генподрядчик в ближайшее время приступит к производству работ по инженерии и внутренней отделке помещений. Строят круглосуточно, но жителям соседних домов ночью не мешают. У нас, согласно ППР, проведено ряд шумозащитных мероприятий. Необходимый минимум мы сделали. Работы ведутся круглосуточные, выходные и праздничные дни. Вот. То есть поток настроен так, чтобы работы не прекращались, ни на минуту. На объекте работают до 220 человек. Подрядчики обещают, что свои двери для постояльцев первая в Самаре пятизвездочная гостиница откроет в декабре 2017 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. За секунду до трагедии жительница дома на 6-й просеке перерезала трос, на котором держался рабочий. Он утеплял стену на 9-м этаже. Мужчина чудом остался жив. Вовремя посмотрел вниз и заметил происходящее. Причины своего поступка женщина не объяснила, а наоборот, закрылась в квартире. На месте работали полицейские и наша съемочная группа. Эксклюзивный репортаж Алины Чемерис. Обычный рабочий день на высоте в 9 этажей. Денис Куницын вместе с напарником утепляет стену дома на 6-й просеке. Но строительные работы по неизвестной причине пришлись, по его словам, не по душе соседки снизу. Она начала кричать, ругаться и угрожать. Что поднимется, столкнет нас. И да, было такое, кричало. И что перережет на веревке. Спасло меня то, что я еще не начал выполнять работы и увидел тот самый момент, когда она перерезала веревку. А так, если бы я этого не заметил, я мог спуститься ниже, ожидая, что веревка достает до земли, и просто бы соскочил вниз. Женщина, которая, если верить рабочим, перерезала трос, забаррикадировалась в своей квартире и никому не открывает. На вопрос «Зачем?» из-за двери в ответ сначала доносилась только ругань. Потом ситуация немного прояснилась. Альпинисты работали в штатном режиме, утепляли фасад на 9-м этаже. По их словам, свое решение перерезать веревку женщина аргументировала тем, что они якобы разбили ей окно. Но, как мы видим, стекла на 7-м этаже целые. На высоте альпинисты работают с ножами, перфораторами, молотками и пораниться можно при любом неловком движении. Конечно, при обрыве троса сработала бы страховка, но высотник все равно успел бы пролететь на 3-4 метра вниз. И если не задел бы кондиционеры и арматуру на стенах, то точно бы ударился. Если бы Денис в тот момент находился ниже места пореза, исход мог быть трагичным. Любые вопросы можно решить словами. У ребят есть логотипы на спине, там указаны мои сотовые. Мой сотовый телефон, контакты, со мной можно без проблем связаться. Никаких звонков не было, если люди решили так самоправно просто резать веревки. Что здесь можно сказать? Пусть разбирается полиция. На место прибыли полицейские. Высотники и руководство строительной фирмы намерены добиться расследования ЧП, чуть не обернувшегося трагедией. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, события. За обман ответит. В суде Кировского района Самары начались предварительные слушания по делу о финансовой пирамиде «Инвестойл». Ее организаторы, жители Самарской области Владимира Романова, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за 3 года создатели так называемой финансовой группы присвоили около 600 миллионов рублей. Офисы компании работали в 3 городах – Самаре, Тольятти и Санкт-Петербурге. Свои деньги в финансовую пирамиду вложили более 1700 человек, в основном пенсионеры. В
суд пришли несколько десятков потерпевших. Привлекали вкладчиков в финансовую пирамиду с помощью объявлений в рекламных газетах. Обещали за короткое время, от 3 месяцев до 1,5 лет, доход до 30% от суммы вклада. Инвестойл позиционировал себя как преуспевающее агентство недвижимости, которое получает прибыль от золотоперерабатывающей промышленности. За мошенничество в особо крупном размере организатору пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы. Он обвиняется в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группы лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере. Потерпевшими являются более 1700 человек. Уж сколько раз твердили людям, торговля сладков запрещена. Однако незаконные точки продаж по-прежнему появляются на улицах. Во вторник в Куйбышевском районе проверили подъезды к городским кладбищам. В дни активных посещений стихийная торговля там буквально расцветает. Олеся Корецкая подробнее. Цветы, которые не радуют глаз. Незаконные лотки с ярким товаром раскинулись по обе стороны от кладбища «Песчаная глинка». При появлении сотрудников администрации и полиции торговцы не слишком тушуются. Имеете право обжаловать нашу торговлю? Будем обжаловать. Я вам сейчас вручаю копию протокола, и вы все убираете отсюда. Торговлю прекращаете. Но торговлю не остановить. Пестрый пластмассовый товар у кладбища расходится быстро. Есть спрос, есть и предложение. А где купить-то? Вот здесь больше негде поставить. Все официальные киоски будем официально покупать. А здесь удобно, вышел и купил. Нисколько не смущает. В общем, короче, сделаем так. Весь пакет документов возьмем и приедем. Улица Куйбышева, да, и все. И будем там на месте решать. А вы чем еще обычно торгуете? А? Только цветами? Да. Ну это такой товар, вот он сейчас нужен, а потом не нужен. Как не нужен? Или всегда вы купите? Он круглый год нужен. Здесь? Нет, здесь нет, только по празднику. У кладбища Рубежное масштаб незаконной торговли вырастает в разы. День у православных особенный, родительский. Все едут навестить могилы близких. Лотки с пестрым товаром раскинулись на много метров, хотя торговля в этом месте вообще запрещена. Ты в курсе, что здесь за незаконная торговля? А вы почему торгуете? А потому что есть не хочется. На мою пенсию далеко не уедет. Многих торговцев-нарушителей проверяющие встречают не первый раз. Очередной протокол, штраф до 4 500 рублей и снова обещание получить разрешение. Чтобы торговать законно, нужно обратиться в муниципальное предприятие ярмарки Самары, заполнить документы и получить разрешение на специальный участок. Там идет, соответственно, размер палатки определенная, да, то есть чтобы это был какой-то внешний вид, соответственно, да, то есть сразу с этим договором идет сопровождение по уборке территории, соответственно, а не то, что, допустим, в данном случае мы наблюдаем, люди оторговали, то есть мусор остается, бросили, добросовестно ушли. В рейд по незаконной торговле сотрудники администрации Куйбышевского района выходят регулярно. Чтобы борьба с нарушителями шла эффективнее, необходимо привлекать больше сотрудников полиции, а также автотранспортные предприятия, чтобы сразу увозить нелегальный товар с обочин. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Изъять нельзя оставить. Самарские общественники совместно с сотрудниками Россельхознадзора вышли в рейд по крупным торговым сетям. Под прицелом просроченная и фальсифицированная продукция. На что обращать внимание, закупаясь в супермаркете, знает Алина Чемерис. 25.04. Сегодня у нас 26 число. Продукт просрочен. Первый магазин и сразу нарушение. Этот молочный продукт уже опасен для здоровья. Это зафиксируют в документах и отправят в суд, который потом решит, что делать с теми, кто оставил испорченную продукцию на прилавке. Представители Росконтроля и Россельхознадзора в рейды по магазинам выходят каждый день. Берут товар на экспертизу, проверяют документы. Необходимо документ на мясо, на рыбу. Из чего изготовлено? На рыбу документы. И на рыбу документы у вас в прибор, с чем? Все хорошо, сейчас я спущусь к нашему логисту. Сегодня на экспертизу отправятся масло, сметана, фарш, по словам сотрудников магазина, свежий и красная рыба. Под прицелом проверяющих все. Овощи, которые уже начинают гнить, молочная продукция, выпечка, которую готовят в самом магазине. Беляши с мясом. По словам продавцов, сегодняшнее мясо свежее. Но все-таки выпечка в зоне риска. Нередко, по словам экспертов, бывает так, что мясо для нее используют уже негодное в пищу. Поэтому эти аппетитные красавцы отправляются на проверку. В большинстве случаев мы выявляем как детскую продукцию, просроченную, да, то есть так это молочная продукция, в том числе это и кондитерские изделия, всевозможные торты, в
том числе и скоропортящая продукция. То есть это то, что, в частности, даже приготавливается в магазине, потом выкладывается в зал для реализации. Если продукция изготовлена вчера, сегодня она уже не может продаваться. Но, как мы видим из практики, просто перебиваются маркировки, в результате чего продукция также продолжает реализовываться. Кроме срока годности, эксперты следят за качеством продуктов. На прилавках не должно быть фальсификата. Соответствует ли состав тому, что написано на упаковке, тоже выяснят в лаборатории. Как правило, сегодня покупатели не жалеют денег на натуральные продукты. Вот масло стараюсь, конечно, натуральное. Поменьше будет кусочек, но все-таки натуральный. Вот я беру колбаску любительскую, мы ее уже постоянно покупаем. Нормальный продукт, хороший. Обман покупателей сегодня дорогое удовольствие. Он бьет и по карману производителя, и по репутации. После того, как результаты экспертизы будут готовы, их направят в Россельхоз и в Роспотребнадзор. Недобросовестные производители как минимум появятся в так называемых черных списках и попадут под постоянный контроль профильных ведомств. Алина Чемерис, Сергей Баскин, события. Чтобы привлечь молодежь к уборке Самары, для нее придумали увлекательный квест. Команды школьников и студентов должны были по подсказкам найти определенную улицу и очистить ее от рекламы. Сколько мешков мусора собрали участники чисто квеста, узнала Лариса Шалафаст. Убирать город играючи для самарской молодежи оказалось намного интереснее. Каждая команда находила конверт с заданием и искала конкретное место для уборки. На этой улице в Самаре в 1947 году был установлен первый светофор. Дом находится по адресу БДЕ. Участники команды «Энерго» отыскали больше 10 мест и прошли порядка 7 километров. В итоге собрали 5 мешков рекламных листовок. До этого ничего подобного еще не проходило. Когда нам пришло предложение для участия в квесте, я сразу же поддержал эту инициативу и набрал волонтеров из колледжа. Необычный квест для школьников и студентов организовала районная администрация совместно с депутатами и управляющей компанией. По сути, это новый формат акции «Пожиратели рекламы», который ежегодно проходил в Самаре несколько лет подряд. Территорию района разделили на 17 квадратов. В итоге участники квеста обошли практически каждый дом. Когда эти дети сами пройдут, очистят стены, помогут своему району, они, вложив свою вот эту частицу своего уже труда, будут более рачительны и более бережно относиться к тому, что происходит в районе в целом. Мы пытались сделать, чтобы это было интересно и максимально эффективно для всех. Дети собирают у них какой-то интерес, помогают наводить порядок, ну и поднимают свои знания. Уборка Самары продолжается. Очередной общегородской субботник пройдет 29 апреля. Он будет приурочен к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Всех горожан приглашают принять активное участие в субботнике и помочь сделать Самару еще чище. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События. Парк Дружбы украсили каштанами. 30 деревьев в пятницу высадили депутаты Советского района. Теперь вдоль улицы Гагарина с дороги видна аллея депутатов. За работой народных избранников наблюдала Мариана Мирная. Оставить после себя что-то хорошее можно, посадив дерево. И красиво, и полезно. Депутаты Советского района обзавелись собственной аллеей в парке «Дружба». Выбор пал на каштаны, дерево-долгожитель. Может и 1000 лет простоять. Зелень, да, это жизнь. Вот с каждым посадкой дерева это как вот новый ребенок, да, появляется. И когда время проходит, мы, к сожалению, тускнеем, а они развиваются. Идея высадить аллею каштанов принадлежит депутатам общественного совета Советского района. 30 деревьев предоставили предприятия. В разные годы депутаты высаживали яблони, сирень и вот теперь каштаны. Каштан является символом мудрости и заботы. И я уверена, что в нашем парке «Дружба» он станет символом, знаете, наверное, символом единства, символом дружбы, символом сплоченности и будет радовать наших жителей, наших горожан. Ухаживать за молодыми каштанами будут волонтеры, школьники и студенты учебных заведений, расположенных в Советском районе. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Городские дороги достойны качественного шампуня не меньше, чем шевелюры самарских красавиц. В среду впервые поливальные машины мыли улицы не просто водой, а специальным составом. Первый под эксперимент символично попала улица Самарская. А испробовать новинку на себе не побоялась Мариана Мирная. Оранжевые поливальные машины на улице Самарской готовы к эксперименту. Теперь городские дороги будут мыть не просто под струей воды, а шампунем. По словам производителя, средства универсальные. Им даже можно мыть полы, посуду, окна, зеркала, мебель и обивку.
Отличие нашего шампуня от того, что применяется вообще в России и в мире, у нас нету ни красителей, ни отдушек. Это, можно сказать, моющее средство на основе натуральных павов, которое разлагается в течение полусуток после нанесения. Мы его можем вообще не смывать. Изобретение самарских химиков в разы дешевле шампуня, которым моют Москву. Стоимость 1 литра 95 рублей. В одну такую машину наливают всего 10 литров средства, остальное – вода. Концентрация позволяет получить высокую эффективность при низких затратах. В перспективе таким шампунем будут мыть 700 самарских дорог. Проезжая часть становится чистой. Все те масла и зимние накопления, которые остались на проезжей части, они этим шампунем будут смыты. И проезжая часть будет чище. Чудо-шампунь сертифицирован и разрешен для использования даже в поликлиниках и детских садах. Причем как снаружи, так и внутри помещений. Производители уверяют, он не вызывает аллергии и абсолютно безопасен. Тест-драйв – дело серьезное, и новый экспериментальный шампунь мы, конечно, решили испытать на себе. Он будет подаваться на проезжую часть вот из этой большой машины. Давайте попробуем налить его немного в руку. Друзья, но он пахнет совершенно приятно, даже, я бы сказала, без запаха, и создает большую пену. Надеюсь, что и дороги самарские от него станут чище и свежее. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, «События». Фильмы для детей должны быть добрее. Это главный вывод жюри крупнейшего российского кинофестиваля, который завершился в Самаре. С каждым годом на форум киноискусства съезжается все больше участников со всего мира. На сотнях площадок происходят тысячи показов художественных, документальных и анимационных фильмов. Кто оказался лучшим и почему? На церемонии награждения победителей побывала Олеся Корецкая. Мало игровых фильмов, посетовали члены жюри фестиваля. После года российского кино ожидалось больше. Но и представленные документальные и анимационные картины потрясли строгих судей. То в этом году у нас очень сильные программы «Кино снимаем сами». И члены жюри, которые видели всю программу, к сожалению, я не видела, это более 40 фильмов, говорят о том, что многим взрослым, профессионалам стоит поучиться у детей, особенно в анимации. География фестиваля «Кино детям» в этом году поразила разнообразием. Участвовали фильмы из Белоруссии, Кореи, США, Италии и Китая. Картину из «Поднебесной» о судьбах детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, признали лучшей. Взрослые фильмы оценивали дети. Лучшей документальной картиной признали фильм Михаила Барынина «24 снега». В категории «Анимация» первый приз взял фильм Дмитрия Куприянова «Условные рефлексы». Детские работы смотрели и анализировали профессиональные кинематографисты. Победители получили сертификаты на создание новых фильмов. Это очень тяжело иногда определить, кто из них лучше. Вы знаете почему? Потому что очень много блестящих работ. Особенно высокие работы уже который год присылают из Новосибирска и Новосибирской области. Потрясающие совершенно работы. Сибирским киностудиям выразили отдельную благодарность за то, что воспитывают в детях самые светлые чувства. Менее удачливым участникам из соседнего региона посоветовали быть менее агрессивными в совместном творчестве с детьми. Почти все награды отправились в путешествие. Победители уже разъехались по городам и весям творить и создавать очередные киношедевры. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Все 34 самарских фонтана готовы к летнему сезону. Специалисты МП «Спецремстрой Зеленхоз» провели пробный запуск после полной установки всего оборудования. При подготовке изношенные детали поменяли на новые, а также провели ревизию насосов и двигателей. Большой объем работ выполняли на тех фонтанах, где есть подсветка и музыкальное оформление. Официально фонтаны начнут работать с 1 мая. К этому данному моменту были подготовлены все фонтаны, технологическое оборудование. Ну, большую часть просто ревизию произвели, там, ну, заменили там подшипники, ну, так, по мелочи в основном. Там, ну, поменяли кое-где светильники, потому что сгорели. К летнему сезону все готово. Уже завтра, 30 апреля, с 16 часов будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Связано это с подготовкой Самары к празднованию 1 мая, участие в котором примут 400 предприятий города. В этом году по площади Куйбышева пройдет массовая демонстрация трудящихся. Планируется, что в ней примут участие порядка 30 тысяч человек. В таком формате праздничный митинг состоится впервые с 90-го года. Шествие пройдет от улицы Молдогвардейской в 11 часов утра. Свои предприятия представят все районы
города. Во главе колонны пройдет руководство области и профсоюза, а также победители конкурсов профессионального мастерства. Принять участие в большом празднике приглашают и самарцев. После окончания шествия зрителей праздника ждет автомотошоу. Через площадь постепенно друг за другом проедут байкеры, это порядка 80 мотоциклистов с различными флагами, значит, велосипедисты, которые будут демонстрировать потом возможности велотриала. Проедет колонна из ретро-техники, которая специально приедет сюда из Тольятти, они пожелали принять участие в этом мероприятии. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных!